И снова не всего парни посрывались в руку. Очень довольно высоко, другого колеса тупы. Ай, я буду тебя кормить, даже когда я буду. Идеальный русский овчик, как калашника. Этому способствует погода на серых куртках. Быстрому скину на флешку телефона. Я очень рад всех видеть, надеюсь, что вы тоже рады видеть нас. Меня зовут Гуф, я всех приветствую. Доброе утро. Точнее, уже вечер, я одупляюсь, вспоминая вчерашний ситуэйшн. Помню, что был чем-то предельно выбешен, был в хламе полнейшем, но причины не помню вообще. Из-за чего поссорились, я тоже не помню. Из какого перепуга ее сейчас нету в доме. Почему я сегодня проснулся один? Почему она меня не разбудила? И я представил свою жизнь без нее. Как я буду тут один в этом доме моем? Звать пацанов поржать можно день-другой, но просыпаться одному не кайф. Кто знает, тот поймет. Сейчас поеду извиняться, мне не привыкать. Я знаю адрес и милый букет в руках, и я верну ее. Могу поспорить, дом Гуфита, мадафака. Зря вы на меня гоните. Если закурю, то потужу, а в твое сердце, да ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, я, мой вклад, твой стресс, топовый инвестор, попробуй найти замен. Ты колдни тут, если ожидай камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить себя и уйти? Если закурю, то потужу, а в твое сердце, да ладно, отравлю. Спонсор твоих проблем, я, мой вклад, твой стресс, топовый инвестор, попробуй найти замену. Прикол дни тут, если ожидай камбэк и смотри твой контент. Я не уверен, что такого можно спасти. Кому доверить тебя и уйти? Спасибо! Дайте шумы!